Так, всем добрый день. Сегодня мы рассмотрим программное обеспечение. Это Zulu 8.0, который позволяет рассчитывать инженерные сети, ну и чертить, соответственно, геоинформационные системы, то есть планы, ну и так далее. Эта программа позволяет рассчитывать некоторые инженерные системы, то есть программа платная. То есть для того, чтобы работать в ней в полнофункциональном режиме, вам придется заплатить достаточно внушительную сумму. Ну, либо если это у вас организация учебная, то вам предоставляется очень существенная скидка по приобретению данного продукта. Однако, если у вас нет тех сумм, которые просят за эту программу, то есть программа работает в демо-режиме, ну и позволяет рассчитывать небольшие системы с определенным количеством объектов на каждом слое. Так, что за объекты? То есть это можно посмотреть, например, в демо-версии. То есть вам покажут, что можно считать. Ну и какие объекты здесь можно рассчитывать. И какие расчеты можно проводить в демо-режиме. Ну и сразу хочу сказать, для курсовых работ, для дипломных работ, то есть данной программы достаточно демо-режиме. Поэтому, то есть заходим на этот сайт, ищем программку, то есть скачать, вас перебрасывает, существует две версии, 8 и 7, то есть 8 более новая версия, ну и 7 более старая версия, так скажем, для того, чтобы рассчитывать эти инженерные системы. Так, ну, я скачал Zulu 8, то есть выбираете, скачиваете, то есть размер файла показан. После того, как вы скачаете, вы должны будете ее установить на свой компьютер, чтобы взаимодействовать все те режимы, которые вам понадобятся для отрисовки ваших сетей. Так, ну и мы будем рассматривать сети теплоснабжения, а конкретно сети теплоснабжения отопления, то есть подающие обратную магистраль. Ту задачу, которую вы реализовали в курсовой работе тепловые сети. Ну и здесь ее мы воссоздадим. Так, скачали, установили, и в результате, то есть вот у вас появится после запуска программы вот такое вот рабочее окно. Здесь рабочее окно, это здесь вот показано, то есть первое основное здесь идет отрисовка ваших объектов послойно. Дальше есть навигатор, рабочее место указывает, из каких элементов состоит ваш проект. Дальше объекты. Ну а нижнее окно непосредственно здесь будет высвечиваться те сообщения, либо ошибки, либо результаты расчета, ну и так далее. Так, что из себя представляет меню? Стандартное меню, которое мы будем рассматривать непосредственно, когда будем проектировать ваши сети. То есть, ну, стандартное меню, первое меню файл, второе меню это правка, здесь осуществляется правка различная, то есть вырезать, копировать, отменить. Дальше слой, работа с слоем. Следующая карта это работа с картой непосредственно. Дальше вид, ну, тут различное масштабирование, обновить и так далее. Дальше растр, здесь можно работать с объектами рисуночными, ну и в последующем переводить те карты, которые у вас существуют, например, с сетями какими-то. Дальше таблицы здесь работают с таблицами базы данных, которые здесь можно задавать и привязывать к каким-то объектам, например, домам и так далее. Дальше решаемые задачи. То есть нам понадобится задача, это Zulu Thermo, которая рассчитывает тепловые сети. Не только сети отопления, ну и вентиляции, также и горячего водоснабжения.
Так, ну и нам понадобится пиезометрический график системы теплоснабжения для того, чтобы увидеть, что мы в результате сделали. Дальше сервис, здесь подключаемые модули, макросы, окно, работа с окнами. Ну и справка, здесь представлены некоторые элементы, то есть если вам понадобится зулутерма, то есть можно посмотреть, ну и увидеть, что требуется в исходных расчетах. Так, вот что из себя представляет программа. Помимо этой программы вам понадобится ваш курсовой по теплоснабжению, в котором будут проведены расчеты, из которых вы возьмете все необходимые данные, которые в последующем вам понадобятся для ввода их непосредственно с таблиц пояснительной записки. Так, ну и первое, что нам понадобится, это вот план сетей, который у вас на черном масштабе различном 1:500 либо 1:1000, который мы будем переносить непосредственно в программу ЗУЛУ. Так, вот что я хотел сказать вам в введении. Так, всем спасибо за внимание. До следующего видео. До следующего урока, когда мы будем уже непосредственно отрисовывать ваши сети теплоснабжения, ну и рассчитывать конструкторский расчет тепловых сетей. Всем спасибо за внимание и до свидания.